На территории Кемеровской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск», направленное на установление местонахождения лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания или пропавших без вести. В операции были задействованы более 300 сотрудников полиции, а также представители общественных организаций. В целях эффективности работы было налажено взаимодействие с другими правоохранительными ведомствами. За двое суток проведения операции разыскано 70 человек, скрывавшихся от дознания, следствия и суда и числившихся в федеральном розыске. Среди них 11 разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.